have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и Инскрипшн. Поехали дальше колесить. Мы брали маленькую лавочку, в которой стояла загадочная женщина. Это была та самая лавочница, которой говорил охотник. Тебя смущает ее внешность, но внимание быстро переключилось на товары. Ты не против, если я смотрю твои шкурки? Неужели это золотая шкура? Великолепно. Я могу дать тебе кого-нибудь из них. Не спеши, подумай. На самом деле, смотрите, Амальгаму нам предлагают ту же самую редкую карту. Я возьму бога Богомола и постараюсь его проапгрейдить, если получится. Это очень крутая карта. Я в прошлый раз провафлил. Вот, костерчик сейчас. Пожалуйста, дайте жизни. Или урона. Жизни мне вполне подойдут. Бог Богомол, блин. Во, 3 на 3. Вот, красиво. То есть там была карта 3 на 3. Но это 3 на 3 с дробашом, короче. Темчиком. А что это значит? Тотемчики работают стандартно, да? Детеныш, кажется, этим символом. У меня есть пенечек, у него есть пенечек, у всех есть пенечек, все рады. Я знаю, я пока проигрываю. Нам надо бы змейку убить. Так. Блин, вечная крыса — это не то, что я хотел. Я что, забыл сказать про чрезмерный урон? Излишний урон не уходит впустую. Он переносит на карту позади изувеченного трупа. Тебе повезло. Его пробило аж до того, что... Неплохо, неплохо. Дай сюда карту. Вот эта вот штука, я вообще сейчас не жалею. Я не знал про излишний урон, но сейчас это выглядит прям офигенно. Ставишь эту фигню и не даешь его бить. И он потом выбивает тебе все, что хочешь. Шкурки, 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 шкурки. То есть могу взять вот эту за 5. Да. Хорошо. Ну только, блин, я уже встретил женщину. Sacrifice. Кого мы что будем приносить? Жабу, возможно. А кого хочу улучшить, опять же... Слушайте, может, вот этого чувака улучшим. Он получит что, хпшку или... Мощный прыжок, кажется, этим символом блокирует атаки существ с символом летунов напротив. Блокирует. В смысле, с собой блокирует?
Возможно, это было сейчас не самое правильное решение, но как бы маем шо маем, да? Белочку нам сходу. А нафига мне волчья шкура? Ну, потому что можем. Точно. Ну, волк обычный. А у них по ноль урона? Неплохо. Коза черная. А мне нужна белка. А я проиграл. Офигенно, блин, я ничего не успел сделать. Во-первых, а во-вторых, ну как-то оно настолько рандомно. Не то чтобы тут файты сложные. У меня есть хорошие карты, но, блин. Я не успел посмотреть, что понадобится, сорян. Дикобраз. Напомните-ка, когда карта не сильно получает урон, обидчик возвращается 1 единица. Тыдра. Давайте тыдру возьмем. Я в прошлый раз не особо ее заценил. Прокачка. И файт. Пойдем прокачаемся. Плюс 2 хп у нас может получить. Еще один файт. И мы сейчас можем запросто, кстати, вылететь. Буквально сразу же. О, да. Что у нас тут опять вот эти вот недоптицы, вот эта херня, которая будет летать. Ага. Так, белка сюда. А, шкуру сюда. Богомола сюда. Сколько у тебя? 2 урона. И клопа сюда. Одного мы заткнули. Хорошо. А нафига мне кроличья шкура? Как бы да, я победил, но вы видите, какой рандом дичайший. Тут жертвоприношение, тут что-то. Пойдемте сюда. Мы, кстати, почти до босса дошли. Сцинк. Жаба. Кольцевой червец. Его ценность не сразу заметна. Не сразу заметна. Я возьму пока сценки, я не буду сильно рисковать. Я в очень шаткой ситуации. Твой рюкзак полон. Где маленький грызун? Вьючную крысу давай. Ну что, босс файт? Рыбак, я так понимаю. Из-за мерзкого запаха ты едва не задохнулась. У озера сидел огромный мужчина. Его ноги были погружены в темную соленую воду. Он вытащил крюк из кучки потухшей рыбы и встал на ноги. Я рыболов. Ловись, рыбка. Снова я. Я как бы сам не в восторге-то, если чё. Шо у тебя там вообще такое? Зимородок. И ныряет, и летает. Мне клопа надо поставить напротив него. Вот.
какую рыбку трудно выбрать. Офигеть! Так. Я тут сейчас буду использовать все, пошли нафиг. Но ты себе заблокировал этого. Я ловись, да-да-да. Крольчатник. Так, жаба. Она же не ударит. Зато я ее ударю. Кролика брать новую легко, но ты не сможешь ее утащить. Ты там не было места, что ты жульничаешь, что тварина. Почему, когда мне сейчас нужен урон, когда мне сейчас нужно хоть что-то, у меня, блин, черная коза, которую я не могу бить, крыса, блин, хотя бы крысу, спасибо, дали. Какого черта происходит вообще? Во-во-во, ее забирай, да, шкуру забирай. Это еще неизвестно, какую херню он сделает, когда... Еще одна вьючная крыса. Она же мне вещь даст, правильно? Наконец-то. Мне нужно 4, да? Это кроличью шкуру. По идее, первый задули. Я не хотел сейчас ставить мощного, потому что я не знаю, что он сейчас сделает. Ловись, рыбка. Че он поставил? Че это за говно? Че за тухлая рыба? Ну, ловись, рыбка. Акула, блин. И я без шансов, смотри. Даже если я сейчас возьму еще одну белку. Мне нужно хоть как-то купить время, иначе мне трындец.
А я даже... Кроличья шкурка не может быть жертвой, видишь? Эта шкурка меня сейчас убьет. Ну и все, ну ты им ничего не сделаешь, эти акулы слишком имбовые. А мне мой вот этот чувак попался слишком поздно, это трындец какой-то. Ну вот это сейчас было максимально нечестно. То есть боссы, иди нафиг со своей этой фигней цену. На вот эту минимальную цену. Силу здоровья. Конечно, шкурку мне тут дают, ага. Где был вот этот мой бог Богомол? Где? Почему мне выдают? Ай, 24. Это на самом деле так бесит. Блин, я не знаю, я застрял в каком-то дне сурка. Прощай, да. Ну, просто пока что игра поступает максимально честно. Давайте я... О, погоди, вот этого еще не было. Ого. Ты готов к тому, что тебя ждет? Готов оказаться на крюке рыболова, как и твой предшественник. Твоя колода. Ну, блин, стандартно. Я не знаю, давайте я попробую первую часть сейчас, по крайней мере, до... Сколько он будет... Фиг с вами. Давайте играем, короче, при вас сейчас. Все, я понял. Нож у меня теперь, кстати, всегда есть. Не то, чтобы я этому рад. Так, тут будет битва с тотемом. Пойдем. Пчелиный улей. Неприкосновенный улей. Если до них кто-то дотронется, у тебя в руке появится пчела. Полевые мыши. Дорого. Лось. Лось красавчик. Не такой чупакабра, конечно, как тот, но он и стоит типа на одну подешевле. Давайте я лося возьму. Это очень печально, что оно все рандомно так выходит, потому что когда тебе нужна эта карта, бил куда сюда, когда тебе нужна эта карта, ее не дождешься, тебе дают всякий хлам, а потом ты оказываешься обречен за счет того, ну, потому что все они летают. Прям с порога. Хлоп. В глаз тебя хлоп. Волк, который летает. Ну, отлично. Опа, горностай. Ладно. Он-то сейчас вырастет. Лось, отлично. Поставить я при этом никого не могу. Это я, кстати, зря сделал, мне нужно было... Ладно, забейте, берем белку. Так, урон 1, урон 3. Давайте пока жабу поставим сюда. Она, конечно, сольется. Да ну блин! Угу. Ради этого я потратил белку, да. Да. Я не знаю, я просто сейчас уже на дизморале сижу. Ну его нафиг. Из вот этого. Олененок.
Вырастет в оленя, да, давай собираем. Ну что, вот прошлый босс-файт был максимально подставной. К сожалению, блин, это просто трындец какой-то. Давайте ему один атаки влеплю. Попробуем, как он пойдет. Нафиг, один раз повезло, и на том спасибо. Ага. Давайте сразу. Что там у меня? Два воробья. Так. Четыре на четыре, неплохо. Тут олени и лоси у нас, да? Белку беру. Вот! Вот какой дичайший, лютейший рандом. У чувака просто не было шанса, потому что мне выпал этот чертов олень. А, и так же, как... Я не хочу твои чертовы шкуры, они меня бесят. Я не хочу. Забери. Все. К черту. Они не должны быть в общей колоде. Эта шкура мне в прошлый раз просрала битву с боссом. Чтоб тебя... Трещится. Полеты хочу. И опять файтится, ну да. Летучие белки. Почему это на белках отраж... Забей, почему я спрашиваю. Вот! Ну просто вот! Это же чертова имбища. Покажи отменные шкурки. На тебе шкуру и все. А, что мне может дать тут? Ай, блин. Ты мне можешь грифа индейку дать за это? Серьезно? Давай. Плюс две хпшечки. Угу, дружище, пойдем. Не-не-не-не-не, в этот раз я уже не буду экспериментировать. Мне одной удачи на сегодня хватило. Пойдем. Легкий босс, укокош, мула! Чего, блин? Ты уверен? Ну, а он же сейчас мулом-то будет ходить. Мне их кости нужны. Жабы сколько? Один урона. Мне жабу невыгодно ставить. Ну, с одной стороны, с другой стороны... Мне нужно сейчас, чтобы как можно больше существ сдохло.
жабу убьют. Но я с нее получу, во-первых, один зуб, во-вторых, одну кость. А сколько у меня... Блин, мало. Оленя ставить нельзя. Если я не поставлю сейчас оленя, я просрал. Спасибо, игра, за такой офигенный выбор. Собираем пока это. Блин, мы с мулом разминулись. Нагребаем пока что белок. Крот? Лось. У меня нету трех, но потом я его поставлю, когда... Хорошо. Вонючка. Где ты? Да, тебя убьют, но я с твоей помощью я заберу вот эти карты. К сожалению, я теряю офигенного оленя сейчас на этом муви, чтоб его. Карту недостаточно, да? Я могу. Блин, я могу что-то боевое поставить? Тут две капли. Ладно, давайте опоссума. А песель разве не должен хозяина там охранять или что? Я могу, кстати, белок до бесконечности. О, давайте белками белок жертвовать. А он все равно же будет получать это, да? Нет, я могу просто белками бафаться от него. Какое-то время. Так, я возьму еще одну белку. Это последняя, кстати. Ладно. Серьезно, вот этого чувака мы стали уже стабильно выносить третий раз подряд. Третий раз мы его выносим. Но, так, хочешь награду? Хочу, конечно. Кто ж не хочет награду? Кто те люди? Ну что ж, крайне неприметная особь. Вьючная крыса. С вьючной крысой не хочу, у меня не было. Ге, кстати, просто бесплатная карта. Вот эта вот неприметная особь. Мне просто интересно, что это. Это что-то новенькое, я его раньше не видел. Поехали еще раз. Так, тут через прокачку, через... Я не знаю, что вот это. Пойдемте через... Ну, то есть... Искусный зимородок. Проворный охотник. Еще
счетчик, что-то там, опять же, таракан. Зимородок — это вообще тварина такая, я с ним уже сталкивался, пошел он в жопу. Так, прокачка. Дэнч или жизнь? Жизнь. Жизни. Я бы, наверное, на молодого оленя, что ли, бы прокачал жизни. Чтобы пока он не вырос, у меня не было с этим проблем. Я не хочу еще раз рисковать, он мутирует, он сдохнет, ну еще что-то. Болотная местность пока что для меня трындец какая сложная, ничего не могу с этим поделать. Белочку мне сразу дали, зимородочку мне сразу дали. Их тут будет до жопы, да. Тык-тык-тык-тык-тык. Так. Но при этом у него две хпшечки, да? Этого даже не понадобилось. Хорошо. Тут шкуры, тут вещи, тут файт. Давайте через здесь пойдем. Мимо вещи, конечно. Выдра-гадюка. Давайте возьмем, ладно, кольцевого червя, раз мы говорят, что мы его недооцениваем. Все дела. Посмотрим. Или принесем его в шерсть. Так. А кого я могу? Блин, сорян, жаба, ну каждый раз на тебя выпадает. Лось, волк. Давайте мы... Червю дадим вот этим. У него атаки ноль. Наверное, я сейчас офигенную глупость сделал, да? Хорошо. Удачно взял. Тебе повезло. Что у тебя там, пчела? Просто летает и жаба. Так. Сюда. Сюда. И ты типа будешь там продолжать летать? Хорошо. Поехали. Да, но пчелу мы сейчас убьем. Всех атака по одному. Погоди, вонючка. Иди сюда. Что там у тебя третья? Тоже жаба. Ну не надо, блин, я не хочу сейчас просирать, ну что вы делаете? Лось! Сейчас! Сраный богомол, так. Богомол, кстати, будет... Лося несокрушимо. Олень.
немножечко отыграли. Нет! Да ну нет же! Ну блин, ну нет! Ну как ты, твою... Ай, ну почему? Ну делаешь все правильно, делаешь все... Ну не все... Меня это просто бесит, ладно. Пещера, да-да-да-да-да. Испытание костей. У трех случайных карт 5 костей. У трех случайных карт должно быть 3 разных символа. Я пойду на урон. Я прошел. Опоссум, который вырастет. Олень, который... Кроличья нора. Не прокачанный, но все равно я возьму. Давай. Как можно хпшку себе восстановить... Вот это хочу. Это будет полезнее, чем летучие, блин, мыши. Ну, летучие кролики. Битва с тотемом. У человека все будет двигаться. Ясно. Я об этом пожалею. Но я возьму странную личинку. И во что ты? А ты в куколку еще ушел? Он меня просто... Я, в принципе, проиграл. Вот это просто офигенно. Я не знаю. Вторая зона... Да, я один раз успел дойти до босса. Но вторая зона настолько непроходима. Настолько не это... Короче, слушайте. Я считаю, что... это как рогалик какой-то. Или что-то. Или где-то. Давайте так. Если у меня получится пройти второго босса... С этого момента мы тогда продолжим дальше. Потому что вот так вот мучить людей... Так, цену. Цену вот эту давай. Сила здоровья. 3,5. 3,7. Если бы как взрослый валил. Давай 3,7. Символы... Вот это, конечно. Я уже сбился, какой там 25-й. Потому что игра интересная, но элемент рандома настолько дикий. И вторая зона вот эта пока что на данный момент настолько нечестная, как по мне. У меня нет слов. Поэтому пока что, ребятушки, будем закругляться. Я слушаю ваши предложения, если что, в комментах. Если ничего нового не предложите, то, наверное, сделаем так, что если у меня получится пройти рыбака, с того момента, что там дальше, я вам уже потом запишу и покажу. Пока что будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра. Всем ладушек. Всем покеда.